Добрый день, дорогие друзья! Вы на моих каналах Мастер Газолин и сам себе Бензомастер. Сейчас я хочу рассказать вам, как правильно подобрать цепь для бензопилы, по каким параметрам она подбирается. То есть есть три основных параметра, по которым подбирается цепь. Это первый параметр — количество зубьев на цепи, зубей не внешних, а внутренних, вот эти вот внутри зубчики, которые входят в зацепление со звездочкой и на шине, со звездочкой шины. Это первый параметр. Второй параметр — толщина зуба, внутренняя толщина зуба цепи. И третий параметр — шаг цепи. То есть шаг цепи может отличаться. То есть обычно на стандартных, скажем, пилах, которые идут, в большинстве своем случаев, это шаг 325 либо 3/8. Вот. Как правильно подобрать цепь? Лучше всего это делать, взяв с собой образец цепи. То есть, что мы делаем? Для образец цепи для чего? Для того, чтобы правильно определить шаг. Потому что если у вас нет шаблона, по которому можно определить шаг. Вот у меня такой шкилевский есть шаблон, по которому я определяю шаг. Я определяю вот таким образом, что я прикладываю по шаблону. Вот здесь есть разные с надписи. Вот. Шагов здесь, 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 то есть на всех этих. Вот. То есть я таким образом проверяю, допустим, шаг. Вот я прикладываю, вот если вы видите, зуб, один зуб, значит, задняя стенка зуба заходит сюда и сюда. Вот шаг 3/8. Если я 325 шаг, видите, один зуб становится, второй не становится. Это если есть шаблон. Если шаблона нет, как это делается? Это делается очень просто. Вы берете свой образец цепи и, взяв новую цепь, просто накладываете одну цепь на другую. И смотрите, чтобы вот эти вот зубчики, они четко находились против друг друга. Если один зуб находится напротив, а потом начинается смещение, это не ваш шаг. Это первое. Второе. Обязательно толщину цепи. Замерьте толщину цепи. Она может быть... 1,2 мм, 1,3 мм, 1,5 мм, 1,6 мм. Тоже очень важный параметр, потому что либо она не будет входить в вашу цену, в шину, в зазор шины, либо она будет там болтаться и делать кривые резы. И третье — это количество зубчиков. Считаете внутреннее количество. Вот так вот складываете цепочку, чтобы зубчики напротив друга. И считаем, вот по паре считаем количество зубов. Пересчитали, умножили на 2 и количество зубов. Количество зубов может быть 56, 57, 60, 64, 72, 76. То есть оно может быть разное. Поэтому подбирайте по этим параметрам. И тогда у вас не будет никаких ошибок. Еще, если лучше всего брать цепи, так называемый Т-зуб, суперзуб. Это зуб чем отличается? То есть если у, скажем так, недорогих цепей, обычных цепей, зуб имеет скругление вот здесь, то у суперзуб имеет здесь прямой угол. Эти цепи меньше тупятся. Эти цепи предназначены для того, чтобы пилить твердые породы дерева. Вот. Также можно определить это по шагу звездочки. Можно и без шаблона. Обычно звездочка на китайской бензопиле имеет стандартно, но чаще всего, потому что на разных моделях может отличаться, 7 вот таких приводных зубчиков. Если 7 зубчиков, это шаг 325. Если здесь у вас 6 зубчиков на этой звездочке, которая стоит, на которую вы ставите цепь, 6 зубов, то это шаг 3/8. Вот основные, что я вам хотел рассказать. Подбор, как правильно сделать цепи, подбор цепи для своей бензопилы. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мои каналы Мастер Газолин и сам себе Бензомастер. Много будет еще интересных видео. Спасибо.